развития EdinarCoin. Конференция года CWT EdinarCoin Индонезия состоялась в Джакарте и собрала более 1500 участников. На следующий день вышла статья в электронной газете wartajakarta.com об экологической децентрализованной криптовалюте нового поколения. Автор статьи рассказывает о криптовалюте EdinarCoin, о том, как она все больше завоевывает признание среди пользователей со всего мира в качестве альтернативы любой валюте.